и живут здесь примерно 3 года. Когда они готовы спуститься в соленую воду в Охотское море, они претерпят очень сложный процесс перестройки организма, называется смолтификация, условия, конечно, в пресной воде и в соленой совершенно разные. Чтобы рыба могла подготовиться, они претерпят этот сложный процесс. Скатываются в соленые воды сначала Охотского моря, выходят в Тихий океан и вырастают там до полметра. Также живут около 3 лет в соленой воде. Потом возвращается именно в тот самый водоем.